Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео я хочу поделиться с вами, как легко и просто скачать и зарегистрироваться в приложении 1688. Это один из самых выгодных китайских сайтов, довольно популярный у нас в Казахстане. Его преимущество в большом ассортименте, значительно низкой цене, а также прямой доставкой в Казахстан и возможностью оплаты картой. Есть два варианта скачать приложение. Один на iOS непосредственно через App Store и также на Android, но уже через браузер по ссылке. Давайте начнем с iOS. Сейчас чуть позже покажу вам, как скачать на Android. Для установки на iOS можно зайти непосредственно в приложение App Store, там ввести в поисковике 1688 и нажать на скачивание. Подтвердить личность. Дождаться, пока приложение скачается, открыть, принять, разрешить вставку, также нажимаем «Разрешить уведомления» и «Разрешить отслеживание на других сайтах», то есть то, что вам интересно, они будут отмечать и предлагать вам. Далее переходим в личный кабинет, регистрацию через телефон. Вводим ваш номер телефона. Дожидаемся смс-пароля, вводим его, подтверждаем согласие и все, поздравляем, вы прошли регистрацию, можете пользоваться. Для того, чтобы скачать приложение на Android, переходим по ссылке в браузер. Нажимаем «Скачать приложение», ждем, пока файл скачается в загрузке. Открываем его и устанавливаем. Приложение установлено, открываем. Нажмите «Подтвердить». Переходим в главное меню и проходим регистрацию через номер телефона. Нажмите «Получить код», «Согласие» и вводим сам код, полученный через смс-сообщение. Поздравляю, вот так просто мы скачали и прошли регистрацию в приложении 1688. Приятного пользования!